Сегодня у нас 6 августа 2019 год. Вот, мы сегодня пришли опять пройтись бреднем по этому отрожку. Это называется у нас район шлюза. Вон там вот, видно вдалеке его. Вот. Это спускается со второго здесь мостика, так называемого. Вот здесь дамба, вон там впереди. Вот. Вода весной. И вот здесь мы обычно с бреднем проходим. Сейчас вот попросили брата Никиту Устинову помочь. И он согласился. Вот. Вот он в воде сейчас идет. Вот брат Сергей Павлович Пупков. Это у нас Игнатий Тихонович стоит тут. Будет он с той стороны веревка подтягивать, сеть помогать. А я с этой стороны. Ну, вот тут. Мы в прошлый раз ходили, тут был большой ветер, и Сергею пришлось даже плыть. Он не смог идти. Сегодня хоть нормально. Это обычно Сергей все время делал, с этой стороны, с твоей как раз. О, как-то я снимаю это. Все завернулось у меня. Прошу прощения, виноват. Вытаскивать сейчас. Поправляю. И вон тот, он еще один поплавок, видишь, там сзади. О, вытащи. Ладно. Слава Богу. Ну вот мы вытащили сеть. Слава Богу. Вот Никита сливает. Вот. Тащите ведра. Вот они выпрыгивают. Это подлёж, так и надо тянуть. Ну, во всяком случае, есть тут кое-что. Да, есть кое-что, да. Смотри. Вот карасик. И это помогло очень сильно. Ловко вышло, ты слышишь? Ну. Мы туда запустили линолеум и красный коврик. Никита потом достанет. Угу. Види, сколько вышло. Вон карась, Игнатьевич. Карась, карась, вон. Дик этот. О! Мощный какой. Ой-ой-ой.
Покажи отсюда наш шлюз. Да, видно. Скажи попутали, скажи, вот. Скажи так. Давай, собирай. Еще ведро тащи, чтобы тут можно было собирать. Смотри сейчас, что. Сейчас карасей отдельно, этих гальянов отдельно. По ведрам. Прорвалось. Карасики, карасики. Хорошие карасики. Желтенький, красавец. А потом мы это срежем и уберем. Вон такие гальяны-то здоровенные. Ладошки как помещаются. Вот они, крупненькие, которые гальянчики. Вот их сюда. А у тебя гальяны, да? Да. Все, брат. Давай собирай, выключай, потом включишь, когда тут начну. Ладно. Вот оно что. Приступим к делу. Все. Ну как, Никита, ценное дело. Сушите, зимой не будет рыбки никакой. На нас кричат браконьеры, а другие говорят, так они сами пруд сделали. Тут же ничего не было. Как и браконьеры? Никак. Мы ни у кого не взяли. Тут просто сухой ложок был. Потом я загнал бульдозер здесь. Это наша работа. Вся абсолютно наша работа. Он какой-то бьется там. Вот, крупненький. Так. Собирай, собирай. Я пока тут разберусь. Вот оно что. Ну еще, смотри. Это уже разговор другой идет. Да. Гальяны сколько? Гальяны-то крупные какие? И гальяны крупные. И вообще рыба отличная. И что, Володь, начинай-ка работать. Вот так. Еще я возьму за это дело. Караси отдельно, гальяны отдельно сразу. Все, слава богу, за все.